Добрый день. Меня зовут Андрей, и моя вторая жизнь, чтобы не говорить хобби, это дальние внедорожные одиночные путешествия. В последнее время встал вопрос о том, каким образом можно повысить автономность и улучшить обитаемость в салоне автомобиля. Я пришел к выводу, что, пожалуй, наиболее оптимальным вариантом решения будет приобретение внедорожного прицепа. И в этом мне любезно помогли в компании «Арива». Пара слов об автомобиле. Он, в принципе, привлекает всеобщее внимание, поэтому хотелось бы рассказать о нем немного всем интересующимся. УАЗ Патриот 2007 года выпуска доработан для одиночных путешествий. С этой целью на автомобиле был заменен двигатель. Теперь здесь стоит Nissan QD32 с механическим ТНВД. Установлены мосты от Барса. В машине имеются 3 топливных бака общей емкостью чуть меньше 300 литров топлива. На задней части автомобиля мы также видим силовой бампер, который не раз доказал свою полезность и эффективность. Мы видим экспериментальную подвеску для внедорожного, опять же, велосипеда типа Fatbike. И самое главное, прицепное устройство и розетка для прицепа. Поскольку заводская покраска УАЗ Патриота оставляет желать лучшего по ряду причин, автомобиль был полностью покрыт составом на основе полимочевины. Если положить на него кирпич и провести, то кирпич будет стираться. Наличие прицепа позволяет легко организовать семейный отдых на природе, то есть взять с собой всю семью, лодку, мотор, кемпинговую палатку и так далее, и так далее. Ну, поскольку тягач у меня внедорожник, то и прицеп был выбран также с внедорожными возможностями. Сейчас июль месяц, и я приехал забирать свежеизготовленный прицеп на обратном пути из Алтая в Москву. Посмотрев на него, я еще раз убедился, как важно, когда все продумано и сделано как надо. И вот здесь я очень благодарен компании «Арива» и всем, кто приложил свои в руки и мозги к доработке этого прицепа. Итак, Андрей передал мне слово. Я хочу рассказать о технической части нашего прицепа, подготовленного для автомобиля УАЗ. Давайте начнем с передней части прицепа. Автомобиль УАЗ у нас, значит, лифтованный. Здесь подвеска нестандартная, поэтому на прицеп увеличенного клиренса, а это МЗСА 8177-01.016, который имеет клиренс на 10 см выше, чем на 13 колесах прицеп. Тем не менее, мы здесь устанавливаем сцепную головку, которая регулируется по высоте. Также мы вот имеется кронштейн, который поднимает на 8 см сцепную головку. Была установлена усиленная сцепная головка фирмы Knott на тонну 400. Далее у нас установлено здесь усиленное опорное колесо, усиленный хомут на чугунной основе. Установили, значит, ручку опорного колеса, которая удобно маневрирует прицепом. V-образные дышла здесь. Прицеп у нас полностью оцинкованный. В передней части также установлена заводская лебедка. Прицеп у нас полностью оцинкованный. С боков прицепа мы установили дополнительные контурные огни. Здесь желтого цвета они стоят. Колеса здесь у нас R16 увеличенные УАЗовские колеса, то есть можно будет иметь одно запасное колесо от автомобиля УАЗ, в принципе, сюда его установить. Сзади прицепа у нас установлены опорные стойки, которые можно выставить при оцепленном прицепе, чтобы прицеп у нас не козлил. То есть вот таким образом они уставляются, и можно в прицеп спокойно залезть, и он не будет у нас наклоняться. Тент у нас здесь также специфический, он открывается путем открывания замков. Есть ручка, за которую мы поднимаем, и тент вот так вот у нас с каркасом откидывается. Вот таким у нас получился автопояс. На асфальте мы посмотрели, проверили. В принципе, прицеп у нас практически ровно стоит. Ну, немножко, пару градусов он, конечно, вверх. Но, в принципе, вровень с таким внедорожным автомобилем, который имеет увеличенный клиренс, который
которая очень высоко стоит.